И всем привет, с вами Catboy Advance. И сегодня я начинаю новую рубрику, которая будет называться «Страшная Индия». В этой рубрике я буду брать игры с сайта Game Jolt в жанре хоррор. Да, вот так вот. Я, честно, немного переживаю. Вы меня спрашиваете, а почему? А потому что я хорроры, хоть и я достаточно, как бы сказать вам, мне как бы не страшно, я люблю хорроры, но вот самому играть я ни разу не пробовал. То есть я запускал какие-то в детстве игрушки разные, ну как в детстве, у меня сейчас до сих пор детство. Ой, года 7 назад где-то я запускал разные игры, вот, и играл. Вот, но они не особо тогда сложные, это страшные были. Вот, а так в основном я смотрю какие-нибудь видео, где люди уже играют и снимают, а я как зритель был и вместе с ними реагировал. И, естественно, было не так страшно, потому что все-таки я смотрю на реакцию человека. В этой рубрике я начну сам реагировать на эти хорроры. Время сейчас. Это, кстати, хорроры, они, конечно, не профессиональные, могут быть какие-то и дурацкие, потому что все-таки Game Jolt — это такой сайт, где люди сами могут загрузить, то есть даже я могу загрузить, сделать какую-нибудь игру и спокойно загрузить на этот сайт, то есть мне никто не мешает, но вот какая она будет по качеству, неизвестно. То есть мне никто качество не обещает, и вот я скачал случайные 3 игры, это я сделал по картинкам. Смотрел либо по картинкам, либо по названиям. Какие мне больше понравятся, такие я и скачаю. Так вот, время сейчас без двух, первый час. Просто похлопаю себя за то, что я сел так поздно заниматься всеми этими вещами, но как вы можете заметить, у меня есть там свет. Я планировал вообще без света сидеть, только чтобы на заднем плане телевизор работал. Но я не настолько смелый. Потому что все-таки эти игры я не знаю. И нужно, кстати, потише звук сделать, а то я сразу... Это... Ну, Витак, давай ты это самое... Ты меня хотя бы пугать не будешь, а? Жужжит на заднем плане. Ну, блин, я уже немного пересрал. Так. Давайте начнем. Первая игра у нас... calmtime.exe. .exe. Calmtime. Ну, типа, calm звать и время, time время. Чё оно как вместе, я сейчас не могу перевести. Давайте начнем. 3, 2, 1. Поехали. Найдите нас на Фейсбуке. Calm time. Так, начать и выход. А... ВС не работает, а стрелочки? Стрелочки работают, хорошо. Такс. Блин, я, наверное, на камере буду черный. Даже не знаю, стоит ли так оставлять. Или нормально. Так, дайте мне секунду, я должен подумать, так ли оставить или немного света добавить. Так. Я знаю, что мне делать. Секунду. Ничего не изменилось. Ну и черт с тобой, честно говоря. Я думаю, более-менее будет.
более или менее, я просто поближе к экрану буду. И к тому же экран сейчас темный, компьютера. Вот. Поэтому меня так себе видно. Ну, хотя, в принципе, нормально. Извините за все вот эти вот сейчас манипуляции. Все-таки первый выпуск, потерпите еще только. Дальше будет попрофессиональнее. Сейчас я пробую это все при вас. Давайте начнем. Begin. Я живу в маленьком коттедже, изолированном от города. О, я, кстати, могу двигаться прямо чем-то мейкер написать. Тишина что-то там. Мой дом почти что как тюрьма. После кипиксеру бриф. Короче, единственное, что у меня есть, это вот ветер. Ветер моя компания. Мне нравится ветер. Что-то такое. Я как смог перевел. Я как могу. Так. Ну, это уже не хоррор, потому что здесь люди есть. Мне не нравится это место. Ну, оно мне тоже не сильно нравится. Но, с другой стороны, здесь хотя бы люди есть. А то обычно мы начинаем одни. И, кстати, это просто спрайтовая модель, что забавно. Прям чем-то дом напоминает. Обычно мы одни и с монстром. А здесь хотя бы люди есть. Я даже не знаю, может, свет выключится, и они пропадут, и мне придется одному ходить, не знаю. Так. Игрушка пикселизированная, вот что я хотел сказать. Мне не нравится это место. Ладно, это его единственная фраза, я так понял. Давайте по остальным пройдемся. Ой, какой маленький дверной проем. Какая дичь. Ну, хотя бы прохожу, и ладно. Сигиро Миямото. Чё вы мне можете сказать? Слушай, мой телефон здесь не работает. Блин. Здесь... О, блин, еще и другой диалог. Ну, ты издеваешься. Что-то он про технику сказал, что типа ты собираешь какую-то технику и что-то там. Может, еще расскажешь? Что я сейчас быстрее буду. Что эти старые части старой техники очень интересные. Ты когда-нибудь собираешься их продавать? Ну, понятно. Так, ты кто? Слушай, мы... А, это ты, походу, сказал про мобильник, да? Ты про мобильник? Блин, у них разные фразы. А у меня перевод на уровне шестиклассника, переводчик. Как же вас переводить-то буду? Ну, спросить надо всех, на всякий случай. Хорошо, дают такую возможность. Гости скоро придут, не так ли? Мой лучший комплимент этому дому. Я не знал этот коттедж до этого. Чё типа этого, наверное, так. Ух, какая штучка. Почему у тебя так стрёмно изогнута рука? А, типа сигар, наверное, держит. Наверное. У тебя очень хороший коттедж. Мне персонов... Английский почему-то такой сложный. Хорошо одеться, человек, который прошел мимо меня, я чувствую себя одиноким. Ой, ребят, короче, к черту эти диалоги, а то у меня перевод на уровне Купленова, я ничего не понимаю, что они говорят, или даже если я и какие-то слова понимаю, они настолько быстро пропадают, что я даже ничего сказать не могу по этому поводу. Ну вот я еще к тебе подойду, ты такой интересный. Ну, он для меня уже лучший друг, он хотя бы не болтает. Мне не приходится мучиться. Фу, это похоже на какое-то жертвоприношение. Ну, типа, мясо, огонь, какая-то пентаграмма на полу и какая-то деревянная конструкция. Черт его знает, в общем-то. Так, ладно, давайте нажмите, чтобы контактировать. Здесь гости в моем доме, я не могу оставить их. Да я... Ладно, я и не против. Бюсты. Так, а ты кто? Ты, наверное, моя жена. Ой, какой я выше тебя, забавно.
Я рада помогать с ужином, но, походу, она не моя. Жена. Знаешь, быть одиноким здесь, тебе нужно завести... Вот видел того ребенка, тебе нужно усыновить его. Ну, что-то такое, короче, успел. Ты должен дать мне... Можешь мне дать нож с того стола, пожалуйста? Мне нужно порезать хлеб, чтобы мы его разнесли. Вот этот нож, вот. Можешь мне... В смысле? Я... Ну, я взял. Я взял нож. О, нет. Ты убил ее! Боже мой, ты чикнул ее, ты убил ее, помогите, он убил ее, он ходит с ножом. Твою мать, вот чего-чего? А с чего вдруг-то? Ну, что-то какая-то пила, короче, ребят, начинается, только со мной в главной роли. Я, в общем-то, убийца. Ну, неплохо. Я вам говорил то, что я скачал 3 игры. Да, я вам, по-моему, говорил. Я скачал 3 игры, и это, походу, для меня вот первая игра будет таким отдыхом. Потому что две другие, я думаю, они будут другими, возможно. Не то, что я там их запускал или еще что-то, но мне кажется, что они другие будут. А здесь я в роли убийцы. Жесть! И главная вечеринка даже не успела начаться, я уже играю за убийцу. Я уже, точнее, начинаю всех храм, кстати. И к тому же, просто ни с того, ни с сего. Главный герой себе даже не сказал, что, типа, пора начинать. Просто играть тебя такая, типа, ты не можешь с ней разговаривать, давай, блин, это самое, пырни ее ножом. Да я и не против. Я и не против. А, я думаю, не слышу. Это, короче, calm time. Calm — это, по-моему, тишина. Ну, типа, типа, тихо ходить. Блин, жесть какая. Ну, давайте ускоримся, раз я уже убийца. Чё мне еле-еле ходить? Все уже поняли то, что я убил ее, и они уже спрятались где могли. А зачем мне нож? Там не герой. Чё, на такие случаи дробовик, что ли, не имеешь? А теперь, кстати... Я теперь, кстати, понял, почему здесь у одного здесь один чувак жаловался на то, что у него телефон не ловит. Нажмите, чтобы оперный театр. Ты кто? Походу, это краски моя жена. Да. Жаль ее. Она стала одним целым со стеной. Вот такое оно. Суровое инди. Ты не настоящая! Знают. Меня так просто не напугать. Ха! Чё думаешь? Избавился от своего физического тела, теперь будешь как призрак летать за мной? Да чёрт раз два! У меня есть нож. Я, в общем-то, вырубил свет. Теперь они далеко не уйдут. Блин, честно, на... Мама, где же ты? Ой, блин, куда ты сбежал, чувак? Блин, мне его... О, нет, я сначала дом обследую, потом уже и выйду на улицу. В доме точно кто-то... В доме кто-то должен быть. Так вот кто? Сейчас мы это и узнаем. Жалко, нельзя никак типа использовать ее. Так, значит, пацана, мы, короче, просрали с вами. Он от нас убежал. Так вот, на месте
Жертв, мне, честно говоря, прям стрёмно было бы. Если бы за мной сейчас маньяк гнался, я бы, я не знаю, я просто обсирал бы сейчас себе штаны. Ну или... Да хорош, что такое? Или в моем случае шорты. Ну, похоже, что все на улицу убежали. В принципе, логично. Сидеть в доме с маньяком, это... Блин, я по лестнице не поднялся, сейчас вспомнил. Типа, ну здесь же два этажа. На втором этаже точно тут должен быть. Если кто-то в этом доме есть, то он идиот. Он прям вот вообще полный идиот. Какой смысл сидеть? Wendy, I'm home. Какой смысл сидеть в доме, когда по нему ходит маньяк? Нужно из него спасаться, потому что все-таки дом это самое такое себе место. Для, чтобы отбиваться от маньяка. Точнее, прятаться от маньяка. Тебя в любом случае найдут. А точнее я. Помогите мне, пожалуйста. Да, ну, блин. Я думал, все, она, типа, приготовилась уже. Wendy, I'm home. Yes, Johnny! Она что-то сказала, но я не успел. Слышь? Это не то, что ты подумал. Это... С локтя. Вот и все. Иди отсюда. Она что-то сказала, но я ее слишком быстро зашпынял, и поэтому она не успела сказать, чего хотела. Я чувствую себя не очень. Я хотел обсираться, а в итоге заставляю обсираться других. И не важно, что они будут. Твою мать, да. Сука. Не надо так делать. Я пошутил насчет того, что типа... Да иди в жопу отсюда! Ну в самом-то деле, что ты ко мне пристала? Дай Кто, блядь, в своем доме вешает такую, блядь, картину? Я в ахере просто. Эй! Пианист. Не подходи ко мне близко. Не подходи ко мне близко. Если бы не жена, блин, эта игра была просто игрой про убийцу, который сошел. Сука, иди нахер, я тебя даже трогать не буду. Я тебя, блядь, боюсь уже. Это уже даже не смешно, знаешь. Я-то думал, что эту игру заглючила. Ребят, мне прям чуток не по себе уже становится. Это уже действительно в хоррор превращается. Для меня. Этим жертвам хорошо, они прячутся, а мне что-то идти до них надо. А пока я буду до них доходить, меня 300 раз, блядь, жена напугает, что я уже, блядь, это самое, чекалдыкнусь. Просто сойду с ума и этим же ножиком себя почипаю. А вы говорите нечто. О, блин. То боевик, а это реально ужастик. Может, еще и пиксельный. Жену я не трогаю, потому что не хочу, чтобы она никуда телепортировалась. Пусть там сидит. По скриптам. Ты там сидишь. Эй, я жена. Все, иди в жопу отсюда. Я точнее убегаю отсюда. Да, второй этаж был неплох. Слушайте, ребят, если меня так сильно пугает вот эта вот игрушка, где я выступаю за убийцу, то я боюсь представить, что будет в остальных двух играх. Походу, эта рубрика закончится, блядь, на первой серии. Так, блин, пошли на улицу. Куда этот мужик убежал? Он на улицу убежал или чё, о чём? Куда? Я отсюда, по-моему, вернулся, нет, да? Может, он в ванной? Почему никто не прячется в ванной? Это же такое клише. Обязательно какой-нибудь дурашка должен спрятаться. Должен спрятаться в ванной.
выбрать из этого проклятого дома. Так. Ну и где вы? А? Не интерактивно. К сожалению, это так. Оу, щит. Come here. А, это бузы, блять. Ох, нихера себе там столпились. Я не могу тебя догнать, но я пытаюсь. Это действительно очень похоже на фильм «Сияние», где главный герой сначала бегали по дому, а потом... Бум. Я истекаю. Ну, типа... Тум-тум-тум-тум. Это действительно похоже на фильм «Сияние», где главный герой сначала бегали по отелю, вид сверху, а потом вышли... Жены нет, слава богу. А потом вышли в лабиринт. Ну, это уже под конец фильма было. Слушайте, а чего вы там столпились? Мам, где же ты? А, мой бог, я теряю... Мой баланс. Нет, а... Я этого ожидал, но все равно что-то это самое. Я думал, это мужик подбежал. Stay away, типа, держись от меня подальше. Ну ты дурак. Stay away. Да ты чё? Ты меня чё, услышал, что ли? Куда ты побежал? Не, да, ты в дом, пожалуйста. Молодец. Потому что дома я боюсь. О, знал бы я их по именам, я бы сейчас, как отец из «Сияния», ходил бы и орал бы на весь сад их имена. Хм. Зачем там стоит стол? Зачем? О, это не стол, тут черт пойми что, это больше похоже... На... don't come near me. Типа, не подходи ко мне близко. Сука. Иди просто в жопу. Я тебя убил и убью еще раз. Я из-за тебя парня потерял. Как мне его теперь подлавливать? А, ты? Человек, я, кстати, прям чуть замедлился конкретно. Я раньше быстрее бегал. Может, нужно постоять? Не знаю. Сложно сказать. Блин, ну как с ножиком ходить. Главный герой, если ты собираешь. Куда он пошел? Вот куда он пошел, а? Может, он в дом зашел, а я сейчас буду по всему парку бродить. Своей женушке пугаться. Ну-ка, 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 ну-ка. Я уверен, что он здесь. Че я говорил? Главный герой, если ты собираешься их всех уб. Какой же ты дурак, слушай. Ну. Теперь... Не-не-не-не-не-не-не-не! Даже не смей! Это больно! Кто-нибудь, помогите мне! Знаешь что? Мне никто не помогал тебя догонять! Тьфу! Урод! Кто же у нас еще остался? Теннисный корт. Кто же у нас остался? Что-то я не могу никак вспомнить. В углу никого. Либо дом, либо за домом. Единственные мои предположения. Ничего не могу сделать. Так, ладно, пока никого нету. Чё вам такого рассказать? В общем, почему я решил
сделать этот формат. Во-первых, потому что я собирался в будущем сделать такой формат, как смертельный файл. Точнее, он уже сделал, хотел продолжить его. Есть такой канал, как Казен Реал. Классный чувак снимал реакцию на смертельный файл в 2016 году. И последнее его видео про смертельный файл было в 2017 году. И после этого от него ни слуху, ни духу. Блин. Ни слуху, ни духу. Поэтому я решил продолжить эту тему, потому что она мне самому интересна. Снимать все эти... косяк. Ой, какой конкретный косяк-то. Я решил продолжить снимать все эти смертельные файлы. Да, мне страшно. Но мне очень интересно. Все-таки тема смертельных файлов — это очень интересная тема, на которой я рос. И как раз таки смотрел Казен Реала. И еще там какой-то канал был, который там типа кошмары интернета делал видео. Вот, я их смотрел, и мне очень нравится эта тематика всего страшного. Но опять-таки повторяюсь, я смотрел, как кто-то уже реагировал на это все, поэтому страшное не было. А сейчас буду реагировать я сам. Слушай, ты помер? Да, помер. Из-за этого будет вдвойне... Сука. Ты кого-то прячешь, нет? Если я просто до тебя дотронусь, здесь... А, тебе все равно. Ну и фиг с тобой. Я бы в рубрике «Смертельные файлы» все равно бы... Я бы снимал бы и видео, и игры. Вот. Но я решил формат съемки игр сделать отдельным. И назвал его как раз таки «Страшная инди». Хватит. Меня опять Видик пытается напугать. Блин, главное, я не понимаю, может, они в каких-то тумбочках прячутся или в шкафах, а я не пишу, что, типа, можно ли с этим как-то взаимодействовать. Поэтому я не знаю. Вот, то есть в будущем, прям в будущем, буду снимать смертельные файлы... Блин, господи. Файлы, а сейчас... Понемножку буду снимать эти видео про инди-игры. Тупая жена. Почему свет не включается? Я не хочу в темноте ходить. Главный герой, тебе самому удобно в темноте ходить? Какого черта вообще? А, я дебил. Игра же называется Calm Time. Мне нужно на shift нажимать, тогда бы я подкрадывался к ним, а так я носился за ними как шавка. К тому же безногая, блин. Потому что еле-еле за ними плетусь, а они уже бегут от меня. Блин, ребят, я вот просто даже не представляю, где их искать. По-моему, я все обошел. Вот прям все обошел. Я имею в виду. Кстати, взяли нож, а все ножи на месте остались. Господи, что хочу сказать? Я обошел все на улице. Остался только дом. Вот так, чтобы еще раз пройтись по нему. Блин, я не знаю, походу придется на второй этаж идти. Не хочу. Там сидит моя жена. Слава богу, здесь нет таких вот прям скримеров с паршивыми лицами и всем остальным. Прям, слава богу. Ну, есть страшилки, есть скримеры, но они не такие. А вот интересно, если я ее здесь ударю, она там в окне появится, типа как скример. А здесь ее нет. Благо, что она не бегает, ничего. Она просто стоит, и к ней даже можно подойти. Это как Слендер в его первой игре, когда... Ну, сука... Когда к нему можно было спокойно подходить. Вот. И если на него не смотреть, то он и никак это самое. Сука, это лицо меня пугает. Никак на вас не реагировал. Короче, скример не многоразовый. Это хорошо. Какой смысл в этом гусе?
Что это за уродская картина? Зачем ее вешать? Ну вы просто посмотрите, какой адекватный человек будет это говнище вешать. Я уже прям не могу, я с ума схожу, она меня пугает. Черт. Можно сказать, конечно, что этот формат не по мне, но... В одни, что ли, Silent Hill и Resident Evil и нечто играть, которые, по сути своей, являются боевиками. Ну, ладно, Silent Hill это все-таки не боевик. Это психологический хоррор, но... Хотя я его прям не проходил. Оу, щит! Жены моей нету. Это нехорошо. Почему-то она не вспомнится. А может, мне нужно жену гонять? Поэтому сейчас никого нет. Потому что осталась только жена. По-моему, я всех, кто был, я всех отрубил. Мне не нравится это. Я хочу, чтобы больше было людей, а то, блин, парочку, и то я их уже вынес. И ходи, кэтбой, по целому дому, разыскивай не пойми кого. А? Ну что это за тикамотина? А? Может, ты мне скажешь? Ну хоть что-нибудь, ну хоть кто-нибудь, а? Пожалуйста. Какая-нибудь еще жертва. Чего мне еще делать-то? Куда? Давайте на улицу пойдем. Не по себе в этом доме. На улице хотя бы как-то пространство, что ли, больше. О, господи. Я чувствую себя намного лучше, даже учитывая, что я слышу вот эти прынь. Они все равно как бы ничего не значат. Это просто пугалки. Ах ты собака. You're fucking ты чертов девиант, черт знает, как это переводится. Ну, я девиант, короче. Моя жена мешает мне. Я не знаю, что она мне говорит, но она мне что-то говорит. Она защищает этих людей, но это бесполезно. Тебя. Где мне его искать теперь? Он же даже кровью не истекает. Может, он в дом сбежал? Тоже может быть. Ага. А, черт. Ясно, намек понят. Его здесь нет. Пошли в дом. Раз, два, три, четыре, пять. Кэтбой идет тебя искать. А, что такое? Где ты? Подвал. Я думаю, он остался последний, он сбежал именно в подвал. Если это так, то он идиот. У меня такое огромное ощущение, что он не в доме. Мне кажется, что он мимо дома пробежал, а я посчитал, что он здесь. Немножко тягомотная какая-то игра стала, честно говоря, с этим поиском, блин, людей. Ладно бы, я хотя бы с дробышом ходил бы. И издалека... свою мертвую женушку стрелял бы. А так с этим господи, кухонным ножиком бегать. Не. Даже не знаю.
никого. Никого. Какого вообще черта я приглашал этих уродов? Чтобы они бегали от меня. Сука. Попался. You're a fucking deviant. Зачем ты к моей жене подошел? Ты что-то знаешь? А, ну, боже мой, я теряю... А, ну то же самое, что и ребенок сказал. Никогда. Он жил в маленьком коттедже, изолированном от дома. Тишина, его закон, его место. Мой дом почти что... Тюрьма. Короче, изначала. Дыхание ветра составляет мою компанию. Я люблю звук ветра. Так тихо. Фу. Goose Entertainment. Turn off the light and enjoy. Ага. Кстати, Иван. А, это конец, короче. Ну, ребята, игра Calm Time. Даже не знаю. Как бы, ну, вроде прикольно, долбанный Аваз, хватит вылезать. Вроде бы прикольно, но... Ну, как-то... Не знаю. Скучновато. О, скучновато. Потому что начало такое вроде забористое, ты бегаешь за своими жертвами, а в конце просто начинается тягомотина по поиску этих спрайтов, блин, которые там носятся. Ну и жёнушка не очень-то страшно пугает, честно говоря. Тут шипение, буу, страшно, вырубай. Черт, сложно себе перебороть. Фу, ладно. Пожалуй, следующая и последняя на сегодня игра называется His Next Victim. Victim, типа цель, его цель, что ли? Ну, как-то так, наверное. Давайте. Фу, 3, 2, 1. Погнали. Запустите. He was the one. Он один. Он всегда один. Далее... upon the next. Далее и далее. Его следующая цель. Твою мать. Чё я, блядь, скачал? Что это? Это мне чем-то напоминает... Sonic.exe. Там второй уровень. Там тоже по... Мне это не нравится. Блядь. Наташа ПК, блядь! Так, что происходит? Почему потемнел экран? Ну то есть, серьезно, экран очень черный, то есть вы даже на мне видите, что... Компьютер выключился. Ой, у меня слезы пошли, твою мать, да что? О, господи. Ой, боже мой. Так, ребят, сейчас. Дайте мне немного это самое. Короче,
в нас влетело что-то, выпрыгнул не страшный скример. Ах, твою мать. Вроде ничего на этой картинке такого нету страшного, но, блин, неприятно. Ой, ребят, сейчас. Я вам говорю. На этом, я думаю... На этом рубрика, наверное, закончится, прямо на самой первой серии. Благо... Почему колесико крутится? Аваст? Чего тебе надо? Чего? Вы защищены, спасибо, я знаю. О, господи. В общем, ребят, на этом первая серия. Ладно, я обещаю, я буду посерьезнее, я не буду в такое время садиться. Я буду лучше днем садиться, к черту, блять, а то у меня, вы просто даже не представляете, как у меня сейчас сердце бьется. А такого говна? Вы видели, да, вот это вот, это не скрим, это параш полный, это вообще не страшно. Там даже лица никакого нету. Так, ребят, секунду. Я, короче, на кассете включил запись. В общем, что? Ну, чтобы успокоиться. В общем, что? Это была пилотная серия новой рубрики «Страшная Индия». Я... Когда... А твою мать, блин. Я когда... Поснимаю еще немного нечто, я продолжу эту рубрику и буду сидеть днем, потому что ночью это прям... Ха, сущность в виде гномика. Буду днем это снимать, потому что я, твою мать, просто сдохну. А это еще не самые страшные вещи, я знаю, чего похуже есть. Я не говорю то, что я прям... Все игры знаю, которые вот я скачал, но я в детстве пострашнее играл, там Tales Doll и все остальное, там с этими стрёмными лицами, с огромными зрачками, вот. Это вообще сейчас не страшные игры были, то есть две игры у нас сегодня было, это Calm Time и His Next Victim.exe. Это вообще не страшные игры, ну честно, вот по меркам летсплейщиков, которые занимаются каждый день съемками всяких страшных игр, это фигня полная. То есть это просто бу один раз, два раза. В двух играх две бу было, два скримера. И то это полная фигня по сравнению с тем, что они играют. Но у меня уже как бы это самое... Так вот. Стрёмно, короче, мне. Ждите вторую серию. Единственное, что я могу сказать. А так, ребят, мне понравилось. Твою мать, мне понравилось. Потому что сейчас я немного успокоился. И мне прям понравилось. Это материал. Это просто охеренный материал. Мне нравится. Продолжим во второй части, ребят. Давайте. Прощайте, бандиты.